Стоит девушка на остановке, вся такая разодетая, у нее чулки, мини-юбка такая очень обтягивающая, куртка такая косуха, ну и, в общем, вся такая на мази. Подходит автобус, она подходит к передней площадке и пытается зайти в автобус. Поднимает ногу, но из-за того, что узкая юбка, у нее ничего не получается. Тогда она, улыбаясь, сзади немного расслабляет молнию, пробует, ничего не получается. Она еще раз расслабляет молнию, опять ничего не получается. Она третий раз расслабляет молнию, опять ничего не получается. Тут мужик, стоявший сзади, схватил ее за жопу, поднял и поставил в автобус. Она разворачивается к нему и по морде: «Ах, вы мерзавец, как вы смели потрогать меня!» А он ей говорит: «Ты знаешь, после того, как ты три раза мне ширинку расстегнула, застегнула, бля, я думал, по меньшей мере мы друзья».